Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак объявил о дате проведения всеобщих выборов. Они состоятся 4 июля. Глава правительства сделал заявление у входа в резиденцию на Даунинг-стрит, стоя под проливным дождем. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. Обращаясь к британцам, Сунак обещал доказать, что правительство консерваторов под его руководством не поставит под угрозу экономическую стабильность государства. Заявление прозвучало на фоне снижения поддержки консервативной партии в вопросах, которые отстают от лейбористов более чем на 20% пунктов. Лидер лейбористов Кир Стармер назвал предстоящие выборы возможностью дать людям лучшее будущее. По его словам, у лейбористов есть план восстановления страны, который обеспечит экономический рост, безопасность границ и сократит счета британцев.